Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня очередная порция донатных акций на русском сервере. Специально вчера не брал, потому что сегодня у нас появилась императорская кузница, в принципе, как обычно. Можно забрать огнекрыла, в принципе, 5 паков, ну, плюс-минус, уже практически как на английском, там за 4, грубо говоря, наших можно собрать даже дешевле. Можно собрать за 3 огнекрыла. Так, ну, махатмы дают выживание. Вот ради чего, в принципе, я брал это выживание. Плюс новые сейчас подкрываем сундучки. Ну и тут питомец плюс скин, который мне нужно было докачать. Так, забираем. Ну, вот такое вот. Потестим потом на древнем. Ради древнего, в принципе, я брал на некоторых героев. Так. Идем в кузницу сразу. Тут забираю вот это. В принципе, кузница сегодня у нас что-то... Ну, и последнее время одна и та же. Ну, хоть питомцев позабираем. Так, все, питомцев забрали. 200 за рогатку. Смешно просто. Так. Дальше что у нас? Бинго. Рвение, пятый сад. Ну, такое себе. Ремка была получше все-таки. Так, есть. Забираем 250. В принципе, неплохо. Особо этого питомца, там даже первого уровня он уже будет для бездонатов радость. Так. Третий уровень следующий надо. Окей, поехали дальше. Что там у нас? Разбей яйца. Может, огника вытащим, хотя вряд ли. 60 там попыток будет. 65 букимен огнекрыл. Думаю, вряд ли. Грубая сила, первый сет. Это серьезно, это прогресс. Самое главное, что первый сет. Юбилейная сумка.
Ну, награды поменяли, конечно, первые сеты хотя бы минимум третьи ставили. Жесть. Порочный пакт, первый сет. Интересно, когда они начнут у нас кристаллы красные продавать. Еще один порочный пакт. Ну все, скоро семерку соберу. Лет так через 20. Да, герои что-то вообще не падают. Вот Кинди только упала на 34-м. Малыш Ник 35-е. Ничего себе, еще один порочный пакт. Ну-ну. Ворожей. Фига себе. Анубис, Повелитель Бури, Бугимен. Ну все, осталось только самых им достать. Золотой ключ. Анубис, 50-е, ничего себе. ББшка, Буги и Огник остался. Но я думаю, за 10 попыток мы вряд ли их сейчас получим. Зато грубой силы и порочного пакта с этого натащили. Так, сущность. Ну. Сто значков почета. Короче, такое вот. Куча ненужных расходников. Ну, Анубис, ворожей. А так-то не очень. Четыре порочных. Как обычно, не ахти. Так, выращивай призы. Поехали, посмотрим, какие там награды сегодня у нас. Так, карта, сундук, мешок с эмблемой Prime 5, 38, смертушка 50, 3 мешка лазеря. Ну, такой себе сундук зампа. Рогатка Асура Вольт. Странно. Еще подобавляли вроде другие награды. Ну, сейчас посмотрим. Колизей. Ну, тут поинтереснее падают расходники, чем на яйцах, например. Одна карта обновления таланта, да уж. Щедро-щедро. Карта легендарки. Ну, это первый приз. Так, дальше у нас коробка. Ну, хотя бы посмотрим, что в итоге сможем мы Вольта словить или нет. Интересно, когда я буду в групповые бегать? Почему нельзя каждые выходные менять эти акции? Так, Колизей. Карта арены. Окей. Сундук. Ну. Три мешка лазаря.
просто жесть. Ну ладно, забираем. Хоть дойдем до 80-го, посмотрим, что там у нас в итоге будет. Вольт или рогатка, или буги. Ну, вольт, в принципе, неплохо. Но для этого надо еще попыток 50 нам. Так, ладно, все, дальше я побежал открывать. Да потом добью. До полуночи время есть. Ну, в принципе, так-то неплохо. 30 на Колизей. Нацкий саммит, 8 штук всего коробка. Ну, получше, чем Сигис, конечно же. Так, ну поехали открывать плюшки. Вдруг сейчас имба-талант выпадет. Просвещение, точно, имба-талант. Такс. Что там у нас? Новые талантики, коробочки. Ужас, даже открывать нечего. Эмблемка и... Понятно. Так будет быстрее. Ну, в принципе, руна раскола. Так. Еще немножко смертушки добавилось. Так, закрыть. Открываем эти эмблемки. 5 штук, в принципе, неплохо. Третьи садики. Теперь только надо красные кристаллы копить опять. Фармить кбшку. Открываем эмблемки. Ну, в принципе, неплохо. 4 каменки у нас получилось. 4 бога войны, 3 гнева, 2 ложных, 1 исцеление, сошка и 2 пакта. Неплохо. И железные 2 штучки. Воодушевление 1. Ну, ничего так. Так. Ну что, самое интересное, это вот эти вот сундучки замка. Отсюда падают у нас самые востребованные, наверное, на русском сервере на сегодня. Это кристаллы, плюс, ну, в принципе, все остальное такое себе. Поехали. 5 коробок. Ну, такое, 100 красных. Слизни, в принципе, не нужны. Они падают. Так, зеленое 100. Да запарили вы. Нафига мне столько слизней? Вот, красных нормально упало. 500, желтых 100. Порочный пакт. Слизней намного меньше упало. Вот это радует. Так, идем смотрителей посмотрим. Тут я только улучшил.
Тут 1200. Ну, тут можно улучшить. Следующий 900. Вот так вот. Ну, в принципе, все вот такие вот акции, как видите. Давайте еще коробки пооткрываем. Целых 5 коробок. Может, что-то интересное нам упадет. Бум. СВО. Баст. Вот имба талант. Стойкость и... Ну, хоть разнообразно падает и бог войны. В принципе, ни о чем. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки. Всем удачи, всем пока.